Друзья, всем привет, всем доброе утро. Сегодня у нас суббота, прошла неделя рабочая, я работала, поэтому ничего не снимала, извиняюсь. Вы должны меня понять, так часто тоже иногда не получается у меня снять видео. Из-за чего? Из-за того, что я работаю. Я работаю и, конечно, устаю, приезжаю, и сил у меня практически нету. Достала с балкона кресло. Поставила, надо вот снять чехол с него, постирать все. Вот. Погода у нас отвратительная. В такую погоду что можно делать? Только убираться по квартире, заниматься какими-то домашними делами. Хотела поехать на дачу сегодня с подругой Светой Фирсовой. Кто-то спрашивал, а где Света? Света тоже работает. Встречаемся редко, потому что сейчас... даже некогда, в общем-то, то туда, то сюда. Все работают, она по субботам тоже работала все это время. Вот сейчас вроде суббота, воскресенье, выходная, не знаю. Собирались на дачу, но из-за погоды не поехали. Вот. Что буду делать? Буду убираться. Покажу вам сейчас за окном, какая погода. И, конечно, сегодня еще у нас с вами будет распаковка. Там не смотрите, сейчас все буду убирать, все разбирать. Будет распаковочка Василька. Вот стоит посылка от Василька у меня неразобранная. Будем сегодня с вами разбирать. Я в костюмчике, в этом красивом. Как он мне нравится, прям обалденный костюмчик. Так, собрала кровать. Сейчас буду пылесосить, протирать полы. Сейчас буду еще не накрыла, сейчас накрою покрывалком. Хорошенечко. Так, здесь сейчас тоже буду все убирать, половину гладить, это снимать, стирать. В общем, дел по горло, дел по горло. Еще купила, сейчас покажу, купила вот такие коробки. Я вам показывала, у меня такие есть. Сейчас надо их тоже разобрать и сложить. Вот эти коробочки, я уже как-то их покупала на Валберес, мне они очень понравились. Сейчас покажу вам. Вот эти коробочки, в них хранить можно все, что угодно. Здесь у меня вот прям с Турции новые вещи, еще с ярлычками лежат. Так, в общем, здесь можно все хранить, все, что вам нравится. Хотите одежду, хотите какие-то другие принадлежности. Здесь у меня тоже что-то лежит. В общем, у меня вещи в основном. Здесь тоже вещи сложены. Очень удобно вот так их брать. Вот здесь вот раз поставил, раз поставил. Они симпатичные, так что куда угодно их можно поставить и красиво будет. За окном у нас вот такая погода. Осень. Льет дождик. Сказали, что дождик будет лить 36 часов. Уже смотрите, как желтеют все деревья. Здесь у нас стройка продолжается. Не знаю, наверное, возводить дом будут. В общем, дождик. Мы с Веней погуляли под дождик сейчас. Вот такая вот у нас погода. Поэтому в такую погоду выходить никуда не охота. А дома убираться как раз самое оно. Сейчас придет ко мне соседка Лена и будет колоть мне уколы. Так, у меня мельгама и медокалм. Вот. Здесь укольчики, потому что мне защемило спину. Конкретно защемило так, что я даже разогнуться не могла. Рассказываю вам. В общем, не одно, так другое. Я вышла, во-первых, на новую работу. Вот. Вышла на новую работу. Потом вам покажу все. Перешла, вот буквально неделю отработала, пока вам ничего не говорила. Ну, в общем, все хорошо, мне все нравится. Приличная работа, приличное место, находится в центре, на Садовом кольце. Вот, работаю я теперь до 3 часов дня, в 3 часа я уже ухожу домой. Также поваром. Вот, и что, в первый рабочий свой день, прям в первый рабочий день. Это вообще... Я там убралась, пока не готовила в первый день. Приехала на работу, стала убираться, все перемыла. Потом съездили мы на рынок, купили продукты с водителем. Вот. И
Работаю в офисе поваром. Вот. И стала собираться домой, пошла переодеваться, нагнулась снять носки. Я их сняла, и мне как вступило с правой стороны, где поясница, где прям вот низ поясницы, как вступила такая боль, я аж вскрикнула, у меня прям потемнело все в глазах, слезы пробились, боль была адская. Вы знаете, я еле разогнулась, я просто еле разогнулась. Я вот так осторожно начала подниматься, у меня боль адская. Мне надо было надеть другие носки, я не смогла даже надеть носки, я просто всунула кое-как в кроссовки ноги и поехала. В общем, не сесть, ходить я еще могла, и ходить более-менее нормально. Стоять, ну, садиться, нагинаться до сих пор я не могу. Нормально надеть носки до сих пор я не могу. Нормально сесть, перевернуться, когда лежу. Ну, в общем, защемило по полной программе. Вот, я пластыри всякие наклеивала вот эти дни. Что мне оставалось делать? Я наклеивала пластыри, купила мазь, купила таблетки. Более-менее отработала неделю, ну, на новой работе это вообще невозможно, понимаете? Я, конечно, никому ничего не говорила, потому что зачем мне это нужно? Вот, говорить на работе сразу, что у меня там все плохо, да? Вот, в общем, короче, мазала, клеила пластыри и ходила с ними целый день, и у меня даже началось там сзади прям раздражение, или сожгла кожу немножко, даже не поняла. Вот, в общем, сегодня Лена, соседке, утром позвонила, говорю: Лена, у меня есть уколы, остались еще с какого-то раза. Вот, я говорю: можешь мне проколоть? Она говорит: хорошо, проколю, она мне всегда колет, она умеет. Вот, так что, я думаю, с уколами будет все легче. В общем, со мной вообще вечно что-то случается. Ну, это жизнь, и никуда от этого не деться. Так что сегодня буду убираться, вот такая вот с простреленной спиной, ну а что делать? Буду все равно ходить, что-то делать, но потому что мне хочется сделать хотя бы, раз я не поехала на дачу, что-то по квартире. Друзья, ну все, начинаем обзор любимого василька. Любимый василек, кто не знает, это интернет-магазин «Ивановский текстиль». Там можно купить очень много одежды для дома. Есть разные сарафаны летние, есть постельные принадлежности, есть полотенца для детей, для мужчин одежда. Ну, в общем, большое количество одежды, проходите. Ссылочки будут под видео, все на интернет-магазин «Любимый Василек», и также на всю одежду, вещи, которые я вам сегодня прорекламирую, тоже будут ссылочки с артикулами, которые вы сразу можете найти, если вам это понравилось. Вот. Также «Любимый Василек» у нас есть в «Одноклассниках», в «Инстаграм-магазине», просто забиваете, ой, в «Инстаграм-магазине», говорю, в «Инстаграме», просто забиваете «Любимый Василек», и вам выйдет сразу, например, в Инстаграм найдете «Любимый Василек», в «Одноклассниках», ВКонтакте, в общем, они есть везде, также на Ютубе много рекламы есть, и сегодня я вам прорекламирую очень хорошие вещи, так что оставайтесь, будет интересно. Итак, достаю первые две такие покупочки. Так, немножечко повыше сделаю. Первые мои две покупочки – это вот такие подушечки. Подушки на стулья. У меня есть два стула, которые стоят на кухне. И они были из эко-кожи.
И от кожи потрескалась. И как-то я уже подушечки на них надевала, сверху клала. Но они, подушечки уже старенькие, износились, порвались. Я решила заказать новые. А, вот такого качества, смотрите. Расцветка просто обалденная. Серенький такой, как меланж называется, наверное, да? В такой штришочек красивый, на завязочках. Потом мы примерим их на стульчике и посмотрим. Цвет красивый, серый. Заказала две такие подушечки, потому что у меня два стула. Все упаковано, видите, красиво, все отлично. Так, следующее. А, и буду говорить цены, да, сразу, потому что всегда просите сразу цены. Так, подушка на стол из рогожки называется. 332 рубля стоит одна подушечка, 332 рубля. Так, дальше. Дальше у нас идет костюм. Костюмчик, который тоже надо примерять обязательно, конечно же. Так, смотрим. Костюм женский Валерий называется. Валерий. Костюм женский Валерий стоит 1280 рублей. Так, здесь у нас вот такая кофточка с надписью. И штанишки. Штанишки вот такие. Сейчас вам покажу и все примерю. Так, штанишки с кармашками, классные. Тоненький такой материал. Это стопроцентный хлопок. Я все заказываю всегда стопроцентного хлопка. Так. А, нет, здесь хлопок 80% и 20% полиэстер. 20% полиэстер. А, вот такое качество, вот видите. Он тоненький, без всякого начеса, неутепленный. Обычный такой летний, либо домашний костюмчик. Примерим потом. А, дальше заказала полотенце. Так, посмотрим, что за полотенце я заказала. Так, это у нас на примерку идет. Так, полотенце. Полотенце махровое. Значит, одно за 105 рублей. Одно за 168 и еще одно за 168. Значит, за 168 это 50 на 90 полотенца. А 105 рублей это 40 на 70 размер. Так, значит, 50 на 90. Бордовое, бордового цвета. Вот с такой выделкой, с красивой. Стопроцентный хлопок. Полотенчики отличные, 168 рублей. И такое же точно серого цвета полотенце. Это серое. Немножко оттеняет, но серый цвет тоже, 168. Это лицевые полотенца, я заказала себе, потому что лицевые всегда нужны. И одно поменьше размер, тоже лицевое, оно чисто белое. Но тоже с таким же рисуночком. Это 105 рублей стоит. 105 рублей. Качество просто потрясающее. Они очень хорошо впитывают. Это отличного качества полотенца. Уже не раз заказываем. Поэтому можем с уверенностью сказать, что такие полотенца надо брать. Так, и цена нормальная. 105 рублей, 168. Так, и еще один костюм. Так, этот костюм трикотажное изделие. Так, стопроцентный хлопок, 52 размер костюм. Как он называется? А, это комплект тройка, 1162. 1162 рубля комплект тройка. Так, комплект тройка. Ну, наверное, я его уже когда примерю, я вам покажу. Это комплект тройка, тоже 100% хлопок.
Дальше у меня еще один комплект. Это так. Я такой же заказывала в прошлый раз сестре. Мне он очень понравился. Я решила заказать себе. Это называется пижама-компот. Компот. Очень хороший по качеству, обалденный. И заказала сестре в прошлый раз, я вам показывала его, но не мерила. А сейчас будет с примеркой, сейчас покажу. Так, и постельное белье. Так, комплект постельного белья. Так, и тоже я его себе как-то заказывала уже. Это на подарок Лиде и Максиму. Так, где у меня постельное белье? Бязь, винтаж называется, евро, 1954. 1954 рубля, это комплект евро, вот он, вот такого бежевого цвета. Но качество отличное, поэтому им тоже заказала такое белье, только у меня двухспальное, у них комплект евро. Так, в комплекты в евро входят, сейчас скажу вам. Так, наволочки без молнии они захотели. И входят здесь, значит, пододеяльник 220 на 200, простыня 220 на 240 и наволочки 2 штуки 70 на 70. Вот такого бежевого цвета. Отличное, вообще отличное. Так, ну а теперь будем примерять костюмчики. Все, не переключайтесь, ждите, сейчас я приду. Друзья, костюмчик Валерии 52 размер, но он мне тык впритык. Мне надо было заказывать 54, потому что это прям, знаете, он вроде мне и не мал, но он прям весь, если я его постираю один раз, то он подсядет. Поэтому заказывайте на размер больше однозначно этот костюм. Так, по качеству он очень приятный, очень хороший. Здесь надпись. Все хорошо, но сейчас посмотрите, на мне он прям тык впритык. Вот костюмчик, видите, он мне прям тык впритык везде. И здесь, то есть прям все практически в обтяжечку. И сзади, вот. А так костюмчик, конечно, очень даже неплохой. Внизу на манжете резиночка, вот то, что очень мне нравится, я люблю, когда внизу на манжетике. Здесь тоже манжетики, здесь аккуратный воротничок, аккуратненький под шейку, такой, знаете, не давит, ничего, хороший, удобный воротничок. Здесь тоже на резиночке, как видите, не очень удлиненная кофточка, она такая укороченная кофточка. А здесь есть кармашки по бокам, удобные такие кармашки, тоже приятные. В принципе, костюм очень хороший, но единственное, что надо, конечно, на размер больше. Ну вот дома хорошо ходить, ну в принципе для дачи отличный костюм, можно даже использовать как термобелье, на самом деле вот этот костюмчик как термобелье. Следующая примерочка – это пижамка-компот, которая мне очень понравилась по качеству. Я сказала, я заказывала ее в прошлый раз сестре и просто загорелась. Мне нужна такая же обязательно, потому что по качеству. Вот кто любит, знаете, тоненькое, кому вечно жарко, как мне дома. И качество просто потрясающее. Вы ее просто не чувствуете на теле даже. Она тоненькая, приятная. И очень красивая расцветка. Мне очень понравилась футболочка, во-первых, симпатичная вот такая. И штанишки. Смотрите, как смотрится. Штанишки, карманов нету. На рост 163. У меня 1,63 рост. Длина просто суперская. Отличная длина. Это наш рост. Кто вот 1,63, 1,64, 1,65, вам этот костюм будет как раз по длине и все. Футболочка вот такая, немножко удлиненная, сзади вот так. Костюм просто обалденный. Мне вот, вы знаете, какой комфортный. Вот просто, ну,
Блин, ну вы сами видите, и красивые расцветки, и вот эти здесь зайчишки прыгающие, прям прелесть, прелесть. И маечка. Очень комфортный, снимать его совсем не хочется, потому что он очень легкий, очень-очень приятный. Так что всем советую заказать этот костюм, не пожалеете, это просто бомба, а не костюм. К этому костюмчику тройки я присматривалась уже очень давно. Все смотрела на него, то хотела заказать, то не хотела. В этот раз я все-таки решила его заказать и не пожалела, потому что действительно качество просто на высоте. Все обалденно здесь прострочено, очень симпатичная нежная расцветка. Единственное, что по росту он мне великоват, так что кто ростом выше 1,63 м, где-то на 1,70-1,75 м, наверное, рассчитан костюм. Но это не страшно, так как я всегда могу это укоротить. Так что мне не страшно, но кто на высокий рост, некоторым тяжело подобрать 1,70-1,75 м, и вам этот костюм будет просто обалденно. Качество приятное, очень красивая расцветка. Здесь вот я вам потом поближе покажу. Здесь идут такие как бы небольшие на светлом тоне небольшие разводики, такие как рисунок, орнамент такой красивый, нежно-нежно сиреневый. Здесь сиреневая окантовочка. Вот, смотрите. Здесь такая сверху, как накидочка, такой пеньюарчик укороченный, как пиджачок с кармашками. Очень удобно. Есть поясок, штанишки темные, а это молочный. Он такой бело-бело-молочный, очень красивый. Потом мы легким движением руки снимаем пояс, снимаем пеньюарчик, и у нас получается... как домашний костюмчик, как пижамка, как хотите. Если вам стало вдруг жарко, скинули и ходите в маечке. Вот такая маечка красивая. Нету здесь ни кармашков, ничего. А так, приятный, очень красивый материал. Это 100% хлопок. Плохого не посоветую вам. Смотрите, вот такой рисунок красивый, нежный. Стало вам прохладно? Накинули, сидите, смотрите любимый сериальчик. Все красиво, все очень-очень комфортно. Хороший костюм, нет, не жалею. Вот, пожалуйста, можете без поясочка, не обязательно пояс повязывать, да, можно вот так, пожалуйста. Вот. Очень-очень приличный, очень хороший, прям замечательный. Всем советую, девочки, всем советую. Прелесть. Друзья, не забывайте, все ссылочки будут под видео. Проходите на сайт Василёк и заказывайте вещи, потому что действительно вещи все хорошие, все комфортные. Я много вещей беру на подарок и дарю, потому что, ну, действительно, это не стыдно подарить, и это хорошего качества. Поэтому просто закажите себе хотя бы одну вещь, посмотрите, и потом убедитесь, что это действительно так, что я вас ни в коем случае не обманываю, и себе бы я не заказывала бы столько вещей. И кстати, постельное белье я вам не показала, но я вам сейчас его покажу. Белье, которое я уже себе заказала, точно такое же, я его уже постирала, сейчас вам покажу. Вот это мой комплект, который я себе уже заказывала еще давным-давно. Вот он, и после стирки все отлично, ничего не село, все в отличном состоянии. И вот и этот комплект для Лизы, для Лиды и Максима тоже точно такой же. Вот.
Постельное белье у Василька просто шикарное. Спасибо всем, девчонки и ребята, за просмотр. Не забывайте, ставьте лайки, кто не поставил. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, кто не подписался. Добро пожаловать, всех приглашаю на свой канал. Может быть, я не так часто снимаю, так как работаю, но смотрю наверх, потому что там летит стая птиц. У меня 15 этаж, летит стая птиц.